Так, добрый день. Это видеообзор пауэрбанка Xiaomi. Такой он на 5000 мА с одним выходом USB 2.1 А. Им, кстати, можно iPad заряжать. Типа, ну, наклеечка типа под украинский стандарт. Также вот аннотация. Вот мы видим и на китайском параметры. Так, он выдает 3,7 вольта на 5000 миллиампер. Да, куча всего иероглифов. В общем, сейчас посмотрим, что у нас. Тут какая-то голограммчик. Этот Мьюзи. Коробочка очень стильно сделана. Конечно, китайском обзор его, маленький мануальчик. Так, вот видно раскалибровку, какая лампочка, сколько процент оставляется. Первый светодиод 25, 50, 75 и 100% пропорционально. Ничего удивительного. Антишлаг. Тут, походу, надо оторвать. Не просто так его сделали. Так. В комплекте ничего нету. Только кабель вот такой вот, очень красиво стильно сделан, прорезиненный сам кабель, очень похож как на Apple, очень удобно в руке. Вот наш алюминиевый корпус. Так, что у нас здесь написано? Так, все, что понятно, это 5 вольт на 2 ампера. На 1,2 ампера. Так, много непонятно. Такая вот новая наклеечка, сейчас проверим. Заряжен. Непонятно, насколько. Включись. По идее, наполовину. Итак, если мы кабель вставляем вот так, мы заряжаем телефон. Сейчас мы проверим. Да, реально заряжается. Если же мы решим сделать наоборот, то этим же самым кабелем мы его включаем сюда и от любой другой зарядки его просто заряжаем. Очень продуманно сделано. Очень стильно, аккуратненько. В общем, вот такой вот пауэрбанк от Xiaomi.